Пирамидки, пирамидки, пирамидки. Хочу что-то новое и интересное. Воу, неплохо. Что здесь у нас? Два бокса разного размера? Погнали за стол, посмотрим, что там. Итак, посмотрим комплектации. Мы видим две вот такие коробки. Приятные на ощупь. И вот такого паренька. Это, конечно же, голландский спидкубер Мац Валк. Бывший рекордсмен по 3 на 3. Некоторые мои знакомые говорили, что я очень на него похож. Кстати, мне очень интересно, что вы думаете. Отпишите в комментах. Это у нас Pyraminx 2 на 2 от компании Chi. Очень интересные, чуть не стандартные цвета. Матовые. Цветной пластик, насыщенный. Яркий желтый. Салатовый. Голубой. И красно-розовый. И, конечно же, логотип компании. На первый взгляд все элементарно. Просто берем и собираем уголки, как в пирамидке. Но не дайте себя обмануть. Всего несколько движений, и это уже нельзя назвать пирамидкой. Но к этому мы вернемся позже. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Та-дам! На первый взгляд обычная пира. Но потом раз, и замечаете что-то не то. Здесь на слой больше. Есть в двух вариантах. Цветной и черный пластик. Несмотря на сложную конструкцию, кручение довольно-таки плавное и приятное. Белый пластик внутри. Когда я кручу что-то такое необычное, у меня ломается мозг. Я настолько привык к обычной пирамидке, что это просто ставит меня в недоумение. Но знаете, мне нравится. Вы, наверное, заметили, что в комплекте нет инструкции. И я считаю, это хорошая новость. Вполне реально собрать эти штуки интуитивно. Я верю в себя, я верю в вас. Маленький парадокс с пирамидой 4 на 4. С ней я уже разобрался и достаточно быстро. А вот с вариантом 2 на 2 мне еще предстоит поработать. Еще хотел бы рассказать вам, какими принципами я пользуюсь, когда пробую собрать новую головоломку интуитивно. В первую очередь смотрю, может какую-то похожую головоломку я умею собирать. На что нужно ориентироваться? Или на цвет, или на форму. Или на оба этих аспекта. Как меняются элементы при одном движении. Попробуйте выполнить какую-то легкую формулу и обращать внимание, как перемещаются элементы и что с ними происходит. Просто крутить и методом эксперимента пробовать собрать какую-то часть головоломки. Блин, чуваки, тут, короче, такое дело. Мы запутали пирамидку, и ее не получается собрать. Мы сейчас очень постараемся вдвоем с Женей это сделать, но... Вряд ли наши умы смогут работать быстрее. Если бы это была онлайн-трансляция, можно было бы мини такой сделать, тотализатор. Кто на кого ставит, кто быстрее соберется. Я так запутал, смотри, что я цвет не собрал, но меня вылезло сюда. Если не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. Сделайте перерывчик и попробуйте снова. Я думаю, вы испытывали это кайфовое чувство, когда получается собрать что-то самостоятельно и интуитивно. Может, это и не будет оптимально, но это будет круто лично для вас. Вы смогли, у вас получилось, и это не может не радовать. Как итог, хочу сказать, что рассмотренные мной головоломки – это оригинальный вариант для тех, кто успел порешать уже всю классику и ищет новые задачи. Отлично подойдет для подарка заядлому спидкуберу для того, чтобы сломать мозг и заставить подумать. Пирамидки очень хорошего качества. Бренд Муфанг зарекомендовал себя лучшим образом уже достаточно давно. И точно не собирается сдавать позиции. Ссылка на эти головоломки будет в описании под видео. Но я хочу пожелать вам рекордов не только личных, но и национальных. Море позитива и удачи. Кто знает, может скипанет. Не забывайте ставить лайки, подписку. С вами был Женя Рябоконь и канал Кубик ТВ. Всем пока. Кубики есть? А если найду? Ha ha ha!